себе. Странно. Это я и сам понял. Я уже от собственной тени шарахаюсь. Мне страшно. О, Господи. Тут так темно. Больно. Очень больно. 2 недели прошло с того момента, как тело моего брата Майка было обнаружено в пиццерии Фредди Фазбера. А нам так и не удалось найти убийцу. Детективы, я повторюсь еще раз. Никаким образом эти аниматроники не могли двигаться или даже пошевелиться. Все источники энергии были деактивированы давным-давно. К тому же, никаким образом никто бы не смог спрятаться в них. Я не понимаю. Я уже рассказал полиции все, что знал. Что еще вы хотите от меня услышать? Мистер Фрид Смит, расскажите нам еще раз, что именно произошло в вашей пиццерии с Майком Шмидтом? Детектив Шмидт, я хочу предупредить вас. Вы должны быть осторожны, так как вы столкнулись с чем-то таким, что не каждый человеческий разум может принять и понять. И поверьте мне, это зло невозможно остановить. Не закончите, как многие до вас. Да, и как же это здесь найти? Эй, девочка, все в порядке? Где твои родители? Ты потерялась? Джонатан, все в порядке. Ты что? Да нет, тут просто... Что? Куда она подевалась?